Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Позвони прямо сейчас. Скидка на установку до 25%. Многие из кунгуряков в такую жаркую пору любят отдыхать на городских пляжах. Большинство из них отдыхают не с пустыми руками. Но вот убрать после себя мусор и пустую тару хватает ума далеко не у всех. Это вообще неправильно, это вообще бардакно. Мы ездим вот отдыхать на Борду, на речку, мы сами из Березовки. Мы с собой берем всегда пакеты. Всегда в пакете все сложили и увезли, в Березовке мусорки положили. Здесь также можно вот взять с собой пакетик, вот мусорный пакет с собой, у всех же есть в магазинах. С собой взяли, унесли, вот мусор, друзья, пожалуйста. А ведь все это только начало купального сезона. Представьте, что будет здесь, на городском пляже, в августе. И мелочь это просто свинская. Находимся мы с вами сейчас на улице Голованова в Черемушках. Не успел подрядчик закончить работы по облагораживанию дороги, как кто-то эти работы начал уже портить. Мало, конечно. Опалубка маленькая, ничего не держится. Просто поребрик просто так поставили и все. Вполне вероятно, что этой ситуации найдется и другое объяснение. Наши водители просто не привыкли парковаться к таким бордюрам. Но мелочь это необходимо вернуть на место. В рубрике «Мелочи жизни» мы уже не раз показывали придомовые территории, украшения которых сделаны из подручных материалов. Вот и в этот раз на улице Степана Разина, 22, мы увидели творение рук человеческих. Это так называемая висячая клумба. Ну, пускай, все на здоровье, что делать. Изготовлена эта конструкция из старого коромысла, которое становится бесполезным ввиду того, что водоразборные колонки постепенно закрывают. Интересна она еще и тем, что эта конструкция может поворачиваться, судя по всему, вслед за солнцем. Но как бы то ни было, мелочь это хоть и маленькая, но все же украшает дворик. Рубрика выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорной». Акция «Немецкий профиль» по цене российского. Телефон 236-36.